Ну а вот у нас открываются глазюки. Глазючоныши. Так, хватит уже. Ну все, что? Все. Дай сюда. Все. Хватит. Какие ваши прогнозы? Что это за порода? Вероника Георгиевна... Тибетский двортерьер. Говорит, что это... Вырастет страшное чудовище. Либо ротвейлер, либо тибетский мастиф. Тибетский двортерьер. Да, тибетский двортерьер. Я в это верю мало. Ягдтерьер, да. Вполне вероятно. Хотя, кто его знает. Мы будем считать, что вот у Кити открылись глаза. И им, грубо говоря, сегодня 2 недели. То бишь, сегодня у нас 6-е. Отматываем назад, у нас получается 31-е. Отматываем назад, получается 24-е. 24 июля у них день рождения. Вот. А причем у Мити глазенки еще не открываются. Только-только... Сейчас мы докушаем. Сейчас докушаем. У нее еще нет, еще глазенки не открываются. Скорее. Да подожди, где? Кто где? Не хочешь? Ну ладно. Чуть знаешь, не хотим докушать.